Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Чудесное майское утро. Хочу вам показать сегодня речку Терлянку. Но сначала посмотрите на зеркальное отражение нашего Терлянского пруда. Какая красота! Вот сейчас мы поедем в предпрудье, вот где большая гора. Вот туда проедем и полюбуемся нашей Терлянкой. Посмотрите, какое отражение. Чудесно. Мы едем. Едем вот сюда. Вот сюда. Посмотрите, какая красота. Тишина. Только птички что-то чирикают свои песни. Пастухи коров гонят пастись, кнутом щелкают. Мы подъехали к речке. Сейчас подойду, покажу вам ее. Вот она. Наша Терлянка, приток реки Белой. Вот вдали основное русло. Проедем подальше, я на мотоцикле сегодня. И покажу вам основное русло. А это вот старица. Разлилась большая река у нас. Ну, проедем дальше. Ну, большая вода в речке Терлянка. Шумит, полноводная. Тепло. Снег тает в горах. Вся вода идет в речке. Вдали гора Судовая. Сейчас покажу, вот тот гребень хорошо видно, северный. Там красивый уступчик такой, и вот вроде рядом, а ни разу не был. Надо исправить будет это дело. Смотрели. Вот так она свои воды несет в Терлянский пруд. Вдали поселок. Сейчас приближу немного, посмотрите. Против солнца снимаю. Вот видно. Мы проедем подальше. Посмотрим. Полюбуемся на нашу красоту. Вот такая водичка. Ух, блестит на солнышке. Ну, едем дальше. Но оторваться не могу. Хочу вам скалу показать, вот эту. Вот, посмотрите. Прямо уступчик такой. Навис над берегом. Ну, поехали, поехали, хватит. Слушайте шум воды.
такая красота у нас. Чарует. Проедем еще немного повыше. Едем. Вот, друзья мои, хочу показать вам скалы еще на горе Судовой. Но здесь я был, лазил по ним. Но, в общем-то, интересные. Слышно, как птички поют? Ручеек журчит. Сейчас покажу его вам. Такой ручеек в Цирлянку впадает. Смотрите, какая водичка. О, себя заснял. Ничего, полюбуемся на дядю Вову. Цветочки. Водичка. Водичка. Ну, поехали, друзья мои. Еще проедем. Самое красивое место вам покажу. Оставайтесь со мной. Вот черемуха. Только-только начинают листочки распускаться. Даже не распускаться, только почки еще. Ох, ручеек шумит. Водопадик. Такая весна. Это Южный Урал. Где-то уже отцветает все на Украине, на юге, в Крыму, на Кавказе. А у нас вот так вот. Мы этому рады. Вот и наши первые цветы, подснежники. Или не подснежники, но они у нас первые. Мы сон траву зовем подснежниками, и пока ее вот не встретил. И вот эти вот беленькие, но они вот самые первые. В лесу, у речки они растут. Вот утро они еще спят, не распустились. Сейчас покажу. Такие они нежненькие. Сама прелесть. Простенькие, но родные. Наши чудесные цветочки. Так вот. По лесу их много видно. Полянками. Ну, посмотрим еще нашу речку. Слышно, как шумит сам перекаты. Вот, друзья мои, смотрите, какой поток несется. Вот где сплавляться-то. Много у меня знакомых есть, которые любят сплавы. Вот самое время приезжать. Сплав. А там он заворот, она так. Вот что. На протяжении нескольких километров она так несется. Да вообще везде она. Горная река. Ну, масса воды, конечно, прибывает.
в Белую, в Каму, в Волгу. И в конце концов, вся эта вода упадет в Каспийское море. Мимо Астрахани. У меня там живут мои зрители, друзья. Привет, Астрахань! Много-много друзей живет у меня везде. И многие увидят эту воду. Почувствуют уральскую водичку. Всем привет, Владимира. Ну, пройдем дальше, покажу вам еще. Ну, друзья мои, вы со мной. Любуемся нашей красотой. Вот вдали гора Шум. Но это я сегодня не поеду. Я вот тут ручей такой. Не перееду я. Чуть в сапогах сейчас перешел. Ну, вы видели ее. Вот так вот. Наша речка. Терлянка. Бурлит, шумит. Полюбуйтесь на нашу природу. Шум воды. Да, друзья мои, такое время живем. Вот сочувствую тем, кто живет в больших городах, кто может выйти только около дома прогуляться. Хорошо вот здесь, в деревне, в небольшом поселке. Там летают. Вот уже не видать. Хорошо жить в небольших деревушках, поселках. У нас тут практически идешь или едешь, и человека не увидишь. Нет людей. Вот такая у нас жизнь. Живем и друг друга не видим. Мало народу у нас, редко увидишь. Так что, друзья мои, терпите, гуляйте с Владимиром, любуйтесь вот этой красотой. Ой, откройте форточку, пустите воздух свежий, выйдите на балкон, терпите, все будет хорошо, скоро все кончится. Ну, всем пока, мои друзья, от души вот говорю прям, берегите себя, себя, своих близких. Всем пока, с вами был Владимир. Всем мира и добра. Пока-пока.